Сегодня мы будем заниматься практикой рационального ответа, который так нам нужен, и который, собственно говоря, должен стать частью, если хотите, вашей жизни, если хотите, вашей практики, в общем, той самой частью, которой занимается когнитивная психология. Еще раз хочу всем напомнить, участникам, кто смотрит в копии, кто смотрит онлайн, и кто будет смотреть потом еще раз, что практика рационального ответа и вообще разработка так называемого мировоззрения, если можно так сказать, она требует практики и времени. Она не крепится, потому что вы поняли, например, вот эту концепцию, да, что у нас есть автоматическое мышление, которое мы сейчас будем тренировать, переводить в более философское, более взвешенное, более прагматичное. Это требует времени, это требует внутренних изменений, это требует пересмотра, в принципе, многих философских взглядов на поведение людей, на поведение различных обстоятельств, на изменение обстоятельств, на изменение в жизни. И просто вот так с кондачка поменять свое отношение, потому что вот просто надо, не получится. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем людям, которые все время любят задавать вопрос «как?». Вот они обожают этот вопрос «как?». И, наверное, ждут ответа «да вот так». Вот так вот сделай, и ты поменяешь свое отношение. Но вы же можете себе представить, например, там, верующего мусульманина, да, который придет в православную церковь, и вот ему надо поменять свою веру. Или наоборот, православного христианина привести там в мечеть, сказать, поменяй веру. Есть такое понятие, как убеждение, есть такое понятие, как философия. Поэтому вот просто поменять свое отношение к поведению людей, к событиям, просто вот ответить на вопрос «как?», это очень сложно. То, что мы сегодня будем с вами обсуждать, оно больше связано не с такой вот глубокой концепцией, она связана с достаточно простыми, относительно простыми вещами, которые может каждый. Да, вот если говорить про ожидания, про должествование, про оценочное суждение на основании каких выводов, автоматических аргументов я делаю такой автоматический вывод, и преувеличение значимости события. Я глубоко убежден за свою многолетнюю практику, что вот эти четыре фундаментальных базовых автоматизма может разработать любой человек, который хочет. Вот если он действительно хочет подвергать сомнению свою привычную автоматическую форму мышления, тогда он добьется результатов, которые его устроят, и на этом он закончит. Потому что не надо превращать в терапию в какой-то пожизненный путь, да, а прежде всего мы занимаемся показаниями. То есть если вы чувствуете, что вы перебарщиваете, если вам это вредит, если это создает постоянный эмоциональный перекос, который отображается на вашей вегетатике, который отображается на вашей тревожности, который отображается на каком-то поведении, то, конечно, вам необходимо очень критично отнестись к тому, как я эти эмоции создаю. Да? Если вы сами по себе не видите проблемы, если вегетатика уже не так сильно поднимается, если тревоги не так много, она бывает, да, но она ситуационно обусловленная, например, это могут быть какие-то важные мероприятия, это может быть какое-то событие, это может быть что-то такое действительно в предвкушении или какая-то трагическая история, вы находитесь в ожидании решения или с родственником, с близким что-то произошло, и вы переживаете за него. Здесь не нужно упарываться идеей о том, что у вас не должно быть каких-то эмоций, что у вас не должно быть какого-то
негативного обстоятельства, да, драматического обстоятельства. Просто вот в мировой практике и вообще в целом очень важно понимать некую середину. То есть я еще раз уже, я говорил в прошлый раз, по-моему, об этом, не нужно пытаться добиваться отсутствия вегетатики, отсутствия тревоги, отсутствия каких-то эмоциональных состояний, потому что пытаясь постоянно критично говорить, вот я все еще иногда тревожусь, вот у меня все еще иногда возникает вегетатика, вы таким образом фокусируетесь на этом и не даете себе и своей жизни двигаться естественным путем дальше. Я вам рекомендую всем понять, что вот то, чем вы сегодня занимаетесь, да, и будете заниматься дальше, а кто-то продолжит на точке роста более глубоко разбираться, индивидуально исследуя кейсы, что там я перестроил немножко программу, я буду вначале сразу выбирать кейс, сначала кейс обсуждать, а потом его разбирать. И так будет выстроено занятие, то есть два кейса, я говорю, там, выбрали кейс, алло, здравствуйте, здравствуйте, описала ситуацию, разобрали, попрощались, с группой обсудили, разобрали детали. Кто следующий? Юля, там, такая-то проблема. Юля, здравствуйте, здравствуйте. Разобрали, обсудили. Таким образом, мы разберем 16 случаев. И поверьте моему опыту, опять же, и эти разборы, они будут очень про вас. Потому что эмоциональный интеллект, он вообще очень типичный. Ну, ошибки в эмоциональном интеллекте, они очень типичные. Но это то же самое, что когда вы изучаете английский язык, там ошибка временных форм, ошибка вопросительных вопросов, ошибка построения предложения, она достаточно типична. Ну и произношение, да, то есть в принципе проблемы, которые мы будем разбирать в виде ошибок в когнитивной терапии, еще там в чем-то, они достаточно типичны. Я думаю, что это все очень понимаете уже, да, примерно. Ну и в принципе типичное проявление этих проблем. Поэтому это не так сложно. Там есть некоторые нюансы, которые нетипичны, они все уникальны с точки зрения подхода к человеку, чтобы он, как сказать, поменялся вот более широкоформатно, что ли. Потому что у каждого свое детство, и именно это детство уникально. Именно уникальные какие-то болезненные элементы, чтобы это изучать, вот здесь нужно больше персонифицированно. А вот в целом, да, понять, как все это исправляется и какие ошибки, это более чем реально. Поэтому я вас всех еще раз вам рекомендую прийти на точку роста и не закончить свое обучение на сезоне и дополнить его еще 8 занятиями именно с разборами кейсов. Соответственно, вот ссылка еще раз вам всем на вашу скидку в 2000 рублей на разбор кейсов. Welcome, пользуйтесь. Продолжаем. Значит, поэтому, еще раз повторюсь, не нужно пытаться убирать все эмоции, не нужно пытаться концентрироваться на своем состоянии. Я вам рекомендую следующее. Вот вы проходите у меня обучение. Поймите, что от неврозов никто не умер, никто не умрет, с ума не сойдет, никто ничего плохого ни с кем, ни с собой не сделает, никто не блеванет, не упадет, не обоссытся, не обкакается, ни у кого ничего не вырастет, откуда ни возьмись. Поэтому параллельно с нашими с вами обучениями обязательно смотрите в свою реальную жизнь. Обязательно двигайтесь в поставленном направлении, если это личная жизнь, если это карьера, если это в целом более сбалансированная, гармоничная жизнь. То есть не превращайте свое существование в такое занудное психотерапевтическое болото, где вы днем читаете, вечером смотрите это, смотрите то, читаете то. Потому что у многих есть такая иллюзия, что чем больше я прочитаю, чем больше я посмотрю, тем более как бы
эффективно, что ли, будут мои изменения. Я не совсем поддерживаю такую позицию, потому что встречал очень большое количество клиентов, которые перечитали, пересмотрели, наверное, все. У меня вот недавно по скайпу была клиентка на разовой консультации, я не помню, она то ли из Америки, то ли из Европы, и она сказала, что она прочитала такую литературу, которую, наверное, не читали я и вы, мы все с вами вместе взятые. Научные работы, докторские диссертации, какие-то кандидатские, какие-то серьезные глубинные исследования. И она пыталась найти ответы в таких тяжелых трудах на достаточно простые вопросы и, естественно, никак не могла понять, что же она никак не может узнать. Поэтому я вас всех еще раз призываю, не дрочите себе голову. Вот прям напишите себе на руке, не дрочите. Да, не нужно мастурбировать свою голову 24 часа в сутки изучения психотерапии, психологии. Не, ну если вы студент психологического факультета, там, да, и вы учитесь, вы горите этой профессией, вы впитываете до жадности эти знания, да, то, наверное, я еще могу вас понять, сам был на этом месте когда-то. Но если вы просто обычный потребитель, обычный человек, у вас есть у кого-то семья, у кого-то там мужчина, у кого-то женщина, у кого-то нет личной жизни, у кого-то есть дети, у кого-то нет детей, у кого-то есть работа, у кого-то нет работы, у кого-то есть друзья, у кого-то нет, у кого-то есть хобби, у кого-то нет. Постарайтесь все-таки концентрироваться на жизни, что она заканчивается, и превратить свою жизнь в вечное психотерапевтическое поле, но это, конечно, ваше право, но мне кажется, это немного скучновато. Сделайте это хобби. Вот я вам порекомендую. Сделайте психотерапию одним из хобби. Да, такое хобби. Вот, кто-то там иногда бегает по утрам, у кого-то это такое хобби. Кто-то там по выходным там, выращивает цветочки, исследует пестики, тычинки. Сделайте психотерапию таким хобби. Там, ну, я вам два раза в неделю я там исследую себя или там раз в неделю или там еще как-то. И многие в Соединенных Штатах так и подходят. Они особо без каких-то сильных жалоб могут ходить там раз в две, в три, в четыре недели к психоаналитику или психотерапевту, просто исследуя какие-то свои реакции, исследуя какие-то свои эмоциональные завихрения. Не потому, что у них прям супер плохо все, а потому, что у них им просто интересно. А вот если кому-то супер плохо, то тут надо понять, что супер плохо – это от, как правило, непонимания ситуации. Если мы говорим про вегетатику, да, то супер плохо, потому что вы относитесь к вегетатике очень тревожно, как будто это прям грозит или симптом чего-то. Здесь опять же напомню, может быть, повторюсь, но относиться тревожно к вегетатике – это то же самое, что относиться тревожно к тому, что вы хотите писать. Да, возьмите за правило относиться к вегетатике естественным образом, которое максимум что вызывает у вас некий физиологический дискомфорт, который вполне преодолим, не может быть вегетативного напряжения, которое вас там так сильно травмирует или парализует, или еще что-то случится. То есть если вы уберете тревогу, такую надменную тревогу и надменное внимание к вегетатике, к своему организму, вам уже станет легче. Многие наверняка это уже поняли, что как только вы забиваете на фокус к своему самочувствию, становится попроще, потому что очень много напряжения возникает от фокуса, где вы постоянно сужаете фокус внимания то на сердце, то на ритм, то на количество экстрасистов, то на как я дышу, то на это, то на то, а вдруг я описываюсь, а вдруг я блевану. То есть вы фокусируетесь настолько концентрированно, сильно на каких-то физиологических или перспективных, как вам кажется, обстоятельств, да, обстоятельствах, что вы начинаете тонуть в этой вот, в этом фокусном внимании, и ничего хорошего от этого, кроме напряжения, вы не получаете. Поэтому давайте возьмем за правило, относитесь к психотерапии как к хобби. Не превращайте свой день в сплошное исследование себя и концентрация чего-то новенькое сегодня, да. Это первое. Значит, второе. Относитесь к когнитивной терапии именно по поводу
того, что это хобби. Не концентрируйтесь на этом прям вот вселенски, потому что жизнь очень разнообразна, она очень многогранна, и относитесь к ней с юмором, относитесь к ней как к игре, в которую вы играете, где-то у вас получается, где-то не очень, где-то надо чему-то научиться, где-то надо что-то поменять, где-то надо рискнуть, где-то надо принять решение. Относитесь к этому как к процессу, который закончится. Мы все закончим играть в эту игру, и самое главное, это не к какому мы финишу придем, потому что финиша не существует. То есть у нас нет рождения, некого финиша, к которому мы все должны прийти, как будто мы бежим такой, знаете, марафон. То есть относитесь к жизни не как к марафону, а как к процессу. И к такому интересному процессу, потому что марафон имеет какую концепцию? У вас есть старт, да, у вас есть некая дорога, и у вас есть некий финиш. И вот толпа, значит, там, бежит по этой самой дороге, и вот кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый, кто пятый. И здесь возникает вот самая такая большая невротическая иллюзия, потому что на самом деле к жизни надо относиться не как к марафону по прямой, и надо вот к концу жизни к чему-то прийти. А я рекомендую вот вам относиться к жизни как к джунглям, в которых вы путешествуете. Они огромны, там есть тысячи разных животных, там есть тысячи разных ландшафтов, там есть тысячи вариантов, где пожить. То есть относитесь к жизни как к одной большой планете, которую вы исследуете. Вы исследуете страны, вы исследуете еду, вы исследуете людей, вы исследуете свои какие-то планы, амбиции, попытки. Вы исследуете города, вы исследуете какие-то отношения, вы исследуете какие-то удовольствия, какие-то интересы, какие-то хобби. Не нужно относиться к жизни как к некому марафону. Тогда у вас не будет депрессии, потому что очень часто депрессия возникает, когда вы вроде как марафоните, 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 а потом теряете смысл этого марафона со словами «ну и чё?». А потому что марафона-то и не было никакого. Поэтому либо наоборот говорить о том, что вот я должна к 25 прибежать на финиш там такой-то, с таким-то результатом, с такими-то достижениями, с такими-то, и вот уже мне 24, а я еще не очень-то на половине пути, ай-яй-яй, как же так, начинается тревога, начинается депрессия, начинаются вот эти все наши с вами проблемы, как будто вы куда-то не успеваете. Очень много клиентов описывают как раз свое состояние в терапии, что вот как будто, знаете, поезд отходит, а вы пытаетесь успеть в последний вагон, поезд, который уже тронулся, и вы пытаетесь зацепиться зубами за перила со словами «постой, паровоз, не спешите, не стучите колеса». И я хочу, чтобы вы поняли, что нельзя относиться вот так к вашему процессу. Нет никакого поезда, который уходит, нет никакого вагона, нет никакого марафона, нет никаких вот таких рамок. Относитесь к этому, к жизни, как к путешествию. Представьте себе, что вы пришли в очень большой-большой лес или джунгли, да, где вы просто имеете огромное поле для деятельности, и вы просто ходите, перебираете, перебираете, ищете, строите шалашик, меняете шалашик, знакомитесь с этими животными, потом с этими животными, дружите с какими-то животными, какие-то животные разочаровывают вас, какие-то вас радуют, потом наоборот. Относитесь к этому как к интересному пути, относитесь к этому как к интересному процессу. Володь, а ты здесь? У меня к тебе будет просьба, вот вырежи нам, пожалуйста, этот фрагмент про психотерапии и про жизнь для Ютуба. Мне кажется, это важный очень будет тезис для ребят на канале «Невроза Мегаполис», чтобы они посмотрели. Вот, поэтому, пожалуйста, не относитесь к этому вот таким образом слишком драматично, и тогда вам станет, во-первых, проще в терапии, и вам будет проще в целом по жизни дальше. Вот, а мы сегодня с вами как раз будем учиться с этими джунглями знакомиться. Мы будем учиться знакомиться с тем видом мышления, который мы в прошлый раз немного уже изучили. Будем учиться смотреть на мир не как к марафону,
не как к обстоятельствам, которые сбивают вас к пути финиша, а как просто к разному варианту обстоятельств, которые могут произойти и могут не произойти, которые вовсе ничего не доказывают, которые вовсе проживаемые, которые вовсе могут иметь место быть на нашей планете, да, понимаете, о чем я? Которые вовсе не так уж и трагичны, какие-то мы можем поменять, какие-то мы не можем поменять, какие-то мы можем преодолеть, какие-то нам вовсе не обязательно преодолевать, можно и обойти, потому что если вы уперлись в стену, да, если вы используете философский принцип к жизни как к марафону, то вот смотрите на то, что я показываю. Если вы используете принцип жизни как к марафону, то уперевшись в стену или в препятствие, вы будете пытаться долбиться в эту стену со словами, что это на марафонской дороге встала какая-то преграда. Согласны с метафорой? То есть вы бежите, а вам вот взяли и перекрыли кислород, перекрыли дорогу, перекрыли какую-то тропу. Вы вроде пытаетесь отбежать, а понимаете, что стена какая-то широкая. И говорите, ой, как бы я все, у меня там это ждут, у меня финиш, там люди бегут впереди. А самый прикол такой, что мимо люди какие-то расы пробегают как-то, а вы такая торкаетесь, говорите, блядь, как они пробегают? Там Зина пробежала, Клава пробежала, а я что-то я уперлась. Что за несправедливость такая? Как, что, как вот у меня стена, а они как-то пробегают, где выход? Что за херня? И вот это надо понимать, что вот такая иллюзия, она будет очень сильно вас невротизировать. Поэтому смотрите, когда вы уперлись в стену, это не значит, что вы уперлись в стену, и надо встать или надо вот как-то тыркаться. Надо посмотреть более широко, потому что можно подкопать, можно пойти в другую сторону, можно перелезть, можно попросить кого-то встать, да, чтобы вы на него облокотились, можно позвать там какую-то лестницу. Можно разрисовать эту стену, потанцевать ламбаду и пойти вообще в другую сторону. А можно вообще уйти куда-то чуть дальше, чем вы планировали уйти. Например, вы планировали бежать по этой дороге, а тут вот стена, вы просто берете и идете вообще в параллельную сторону. То есть метафора такая, что когда вы видите жизнь как один сплошной марафон с точки А в точку Б, все препятствия будут вами очень болезненно отреагированы. Поэтому я вам искренне желаю так не делать. Вот. Спасибо большое за внимание. Это такая прелюдия к сегодняшнему занятию. Это не только студенческая история. Знаете, эта история очень частая такая. Потому что все неврозы, они как раз про вот этот уходящий поезд, про слишком трагичное восприятие обстоятельств, про слишком болезненное восприятие ситуаций. Про слишком эмоциональное реагирование, болезненное реагирование к событиям, к каким-то обстоятельствам, для кого-то трагедия. Это, вот, например, там, не получается в отношениях, не получилось на работе. Для всех это трагедия, потому что это метафора, что она должна была бежать по прямой, а тут бац, и прямую обломали. Все, она говорит, ну все, если мою прямую обломали, значит я уже марафон этот не бегу. Значит, я этот марафон уже не выдерживаю, все вот нормальные, я какая-то имбецильная. Так я и хочу, чтобы вы поняли, что марафона никакого нет. Если у тебя просто ты подойдешь к философской концепции к жизни, как к неким джунглям, где ты просто играла в какой-то части леса с какими-то животными, играла, потом бац, эти животные куда-то пропали, или там ветер налетел, разрушил ваш шалаш. Это не значит, что надо сесть и сказать, ну все, я вот больше играть не буду. Надо просто пойти дальше по этому лесу. Все понимают, что я имею в виду. Надо просто дальше пойти по лесу и искать других животных, другие водопады, другие горы, другие тропинки, другие какие-то ягоды, грибы и так далее. Если какие-то на пути вашем люди, там, животные, разнообразие вам не нравится, ну идите дальше. Если какие-то животные шли с вами, а потом кто-то откололся, ну окей, жаль, я буду тебя вспоминать, но я иду дальше. То есть относитесь к этому проще. Я убежден, что вам это очень сильно поможет. Потому что каждый день сталкиваюсь в работе с людьми, которые вот марафонят. Я вам больше могу сказать.
Это не значит, что надо сесть и никуда не идти. Наоборот, надо под джунглям этим активно путешествовать. Ваша задача примерно такая, что у меня есть некое время на исследование. Да? Причем хер его знает, когда это время закончится. Поэтому очень важно понимать, что как раз-таки нужно использовать это время для максимально интересного путешествия, максимально разнообразного путешествия, максимально путешествия, которое доставляет вам удовольствие. Нет в этом путешествии задачи страдать. Вот. Я вам хотел сказать как раз, что я встречал таких животных в этом лесу под названием «Жизнь», которые использовали принцип марафона, да, и они прибегали к некому воображаемому финишу и прибегали, в принципе, с неплохим результатом, с результатом в миллион долларов, и не 1 миллион долларов, даже не 20 миллионов долларов, даже не 30 миллионов долларов, и прибегали с результатом с хорошими квартирами, с хорошими машинами, с хорошими остатками на банковских счетах, с хорошими бизнесами, с, в принципе, неплохими вроде как цифрами, да, на табло, и как бы, ну, не прикольно. Они говорят, а где фанфары, а где счастье, а где вот, как бы, где финиш-то? Вот я на финиш прибежал, а где цветы, где шампанское, где пьедестал? Его нету, стоит он в пустыне с этим флажком финишированным. Один, как правило, или одна, и такая флажком этим машет, говорит, а где поздравления, где счастье, где награда, где венок? И вот тут начинается какая-то странная история про депрессию, про непонятные истории со словами, это что ж я зря бежал, это что ж я зря финишировал с таким результатом, это что ж получается, все это бесполезно, бессмысленно, какой тогда смысл? Опускаются руки со словами, если я показываю такие результаты на этом марафоне, то ага, и мне никто не хвалит, у меня нет счастья и радости, тогда какой смысл вообще бежать? Я говорю, слушай, ну а кто тебе сказал, что вообще смысл в том, чтобы куда-то бежать и куда-то прибежать? Я говорю, тебе представь себе, что ты просто бы с такой энергией, что ты с таким бы невротическим запалом просто бы исследовал лес, просто бы где-то ты смог построить интересный бизнес или смог построить интересное жилье, а потом что-то дальше, а потом еще что-то дальше, а потом еще что-то, а потом с этими животными, а потом с этими. И ты бы не рассматривал это как финиш, и не рассматривал бы это как некую цифру, куда ты бежишь, а просто как процессу. А цифра у тебя бы такая на твоем таймере бы она как бы капала, да, там миллион долларов, 2 миллиона, там три, там и так, ну, предположим, да, там бизнес, квартира, дети, там и так далее. Но у тебя нет на этом фокусе, как на финише. Это просто такие, знаешь, бонусы, которые прилетают в виде интересного процесса там. Нашел в джунглях какую-то интересную возможность, да, там раз там покопал лопаты, нашел какие-то камни, что-то из этих камней сделал, потом, о, классно, здорово получилось, там, пошел еще куда-то, нашел воду там, попытался воду добыть, потом бац, ручей пересох, такой, блин, с ручьем не получилось, пошел куда-то дальше, нашел гору, такой, блин, думаешь, блядь, прикольно было бы на нее забраться, я вот попробую, ты ползешь, ползешь, нет, интересно все-таки, потом ты бац, скатился, говоришь, блядь, больно, я еще раз попробую, потом еще раз скатился, ударился головой, говоришь, нет, ну его нахер, слишком больно, не моя гора, пойду вот на холмик поднимусь, посижу, отдышу. Поднялся на холмик такой, там такой лис сидит, о, лис, привет, здорово, как у тебя дела? Ну, нормально, давай дружить, ну, давай дружить. А мы точно с тобой будем дружить? Он говорит, да какая разница, давай подружим, посмотрим, как оно пойдет. Стали с лисом гулять по этому лесу, там исследовать это, пробовать это, пробовать то. Потом раз, как-то время прошло, лис там уже какой-то не такой, и лис начинает на вас огрызаться, вы на него. И вы говорите, слушай, ну кажется, это самое, что-то мы друг другу нервы трепим, зачем нам это надо? Бац, там, пошел дальше один раз, встретил там какого-то зайчика. Ой, зайчик, привет. То есть, в принципе, очень важно понимать именно вот такое многообразие джунглей, многообразие вариантов. Исследуйте, пробуйте, идите вперед. Где взять ресурс на другую гору? Здесь не... надо понимать, что ресурс вы тратите, когда вы какой-то горе или какому-то процессу исследования этого леса
вы слишком много вкладываете смысла амбициозного в эту гору. То есть вы теряете силы. Ну, представьте себе, что альпинист сказал: я во что бы то ни стал, блядь, должен залезть на эту гору, тогда я победитель, тогда мне все будут аплодировать, тогда я всем с этой горы, значит, покажу и там пасу им там на головы, да, там, и я тогда буду вообще офигенным пацаном. Он карабкается со словами: я уже представляю, как я ссу на головы всем остальным с этой горы, он срывается, он понимает, что гора отвесная, у него ногти поднимаются уже, он вопит от боли, потихонечку он теряет силы, потом он бьется головой, потом он еще что-то бьется, 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 в итоге он теряет силы, сползает с этой горы, царапает себе брюхо, лежит весь в крови, в соплях, и говорит: ну все, я лошара, я не носу никому на голову с этой горы, все, блядь, у меня нет ресурса куда-то. Ему подходит такой Красиков, такой с нимфом таким, прилетает и говорит: ну что ты полз, тут джунгли, тут не марафон, тут это. А он такой лежит весь в соплях, окровавленный, говорит: у меня нет ресурса больше ползти на другую гору. И я говорю: слушай, ну отдохни, ну золотая рана, ну подлечись, там попей водицы, там, я не знаю, там выспись, отдохни, что ты так уперся-то в эту гору. Я так беру тебя, так на руки поднимаю, чуть выше этой горы, и говорю: ну смотри. Смотри, видишь, вот ты вот перся на эту гору, ты, блядь, себе, блядь, пол здоровья тут угробил. Смотри, а вон гора, вон гора, вон гора, а вон гора такая же красивая, но она попроще. А вон это ты такой, тело такое лежит и говорит: блядь, а что я тогда всю жизнь на эту гору перся столько, ну, ногти переломал там и так далее. Я говорю: а я знаю, что ты на нее перся? Ты себе придумал, да, что вот если на эту гору ты не залезешь, все, нет там и так далее. А поссать-то можно и там, и там, и там. Вот, поэтому относитесь к этому более широко, да, а относитесь к этому более, вот так, как я сказал, как научиться отдыхать. Но это опять же идет из истории мотивации. Мы не можем отдыхать, когда мы ставим слишком эмоциональную задачу по преодолению этой горы. То есть мы говорим: нет, я не буду отдыхать, потому что я не успею залезть. Я не буду отдыхать, потому что кто-то залезет передо мной. Я не буду отдыхать, потому что. То есть мы не даем себе права на отдых в неврастении в этом смысле, да, когда мы убеждаем самого себя в том, что если мы отдохнем, случится что-то плохое, я не должен отдыхать, потому что отдыхают только слабаки и так далее. Поэтому здесь надо отнестись к этому критично с точки зрения, что я путешествую просто по этим джунглям, я просто вот пытаюсь залезть, но если я устал, нужно отдохнуть. Да, если я выдохся, если я понимаю, что гора отвесная, не получается, надо отойти в сторону, смотреть, подумать, а стоит ли вообще туда лезть, биться этой головой, да, и так далее. То есть это очень важно. Надеюсь, вам вот эта метафора была понятной, да, и сейчас мы вернемся уже обратно в обычную плоскость, вот, и попробуйте запомнить эту метафору, и попробуйте ее всегда вспоминать. Я, может быть, пост в Инстаграме выложу, чтобы вы ее сохранили, как-то запомнили. Да, сейчас. Да. Вот, и чтобы вы сохранили, как-то исследовали и запоминали это. В мире животных с красиком. Ну, в принципе, да. У меня последние 10 лет сплошное в мире животных, если честно. Причем эти животные покалеченные, причем покалечила их не жизнь, а покалечила их свое эмоциональное отношение к каким-то обстоятельствам в этом лесу. И я вот 10 лет, как этот карай этот сам, доктор Айболит, блядь, хожу с градусником, с горчицей и с клизмой. Лежат животные, вопят, я подхожу к одной палате, к другой, и одна и та же история. Полз на гору, хотел поссать сверху, или был уверен, что жизнь это марафон, ну и так далее, то, что я вам рассказываю. Поэтому я как Айболит хожу и рассказываю этим животным, что вы устроили здесь, блядь. Да, почему вы так, это самое, упоролись-то всей этой концепции. Поэтому
Доктор Айболит – это прекрасно, особенно с клизмой. Кому-то приходится клизмы, кому-то приходится касторку, кому-то приходится еще там что-то, потому что они же идеологически упороты все, эти животные, понимаете? Они же идеологически очень сильно напористые. Нет, если я должен, жизнь – это марафон, Алексей, жизнь – это марафон, я должен пробежать высокие цифры, он об стену. Нет, это мне показалось. Мне показалось, там нет стены, просто надо сильнее разбежаться было. Как разбежался, еще раз башкой. Нос, блядь, в хлам. Говорит, ну не может быть, надо еще раз, что-то я не поняла. Такого не бывает. Разбегается еще раз. Зубы в разные стороны. Сидит этот лисенок. Я прихожу, говорю, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Реально животное устраивает себе краш-тест на выносливость, понимаете, какой-то постоянный. Это ужас. Ходишь по этой клинике в джунглях и пытаешься этим животным объяснить о том, что, ребят, зачем вы выбиваете себе зубы, ломаете носы, доводите себя до истощения своей философии о том, что вот если не так, я это, знаете, вот мне папа готовил спецроту ВДВ, всю свою жизнь он как бы посвятил, ну, большую часть, там, какую-то часть посвятил подготовке спецназа воздушно-десантных войск, уже после, еще до спорта, до того, как он стал главным тренером. И вот у них есть такой слоган «Никто, кроме нас». Немного невротичный слоган. Вот эти животные в джунглях, они, вот, знаете, как будто все ВДВ сложили, блядь, написали себе, значит, «Никто, кроме нас». Маргелов, значит, дядя Вася, все, вперед, и вот они бегут, блядь, этот марафон, марш-бросок, это не так. Это, в жизни это не так, понимаете, это совершенно все по-другому. Поэтому это надо понимать, что вам придется не бежать марафон, вам придется искусно ползать по этим джунглям, вам придется искусно исследовать, не бояться разочароваться, не бояться споткнуться, не бояться провалиться в болото. Да, не бояться пробовать эти холмики, уметь дружить и ладить с животными, которые там обитают, потому что они все разные, и каждый исследует свою какую-то площадь, там кто-то ее обрабатывает, кто-то там будет лаять на вас, потому что вы зашли на чью-то территорию. Где-то вам придется за себя постоять, потому что эти животные достаточно бывают агрессивные. Эти животные бывают достаточно неуравновешенные, вам где-то придется защищаться, где-то на вас будут нападать, где-то над вами будут смеяться, соберут стаи обезьяны, будут кидаться бананами и какашками вас, словами, как ты красиво идешь по джунглям, у тебя такая там шкура красивая, ты там обрабатываешь шкуры, ты там еще что-то делаешь, и ты идешь, кайфуешь, такой радуешься, там цветочки собираешь, нюхаешь цветочки, и у тебя такая фляжка из кожи красивая, ты пьешь вкусную чистую горную воду, у тебя такие классные кожаные наряды, и собрали стаи обезьян, начинают себе кидаться бананами, блядь. И ты такой говоришь, блядь, что за макаки? Да, ты как-то пытаешься с ними шутить, ты пытаешься улыбаться с вами. Ну, тут бывают макаки, тут там всякие крокодилы, там, тут какие-то там еще там ползают, ходят, топчутся. Относитесь к этому вот так. То есть, если вы посмотрите на мир с точки зрения Дарвина, да, то вы поймете, что макаки, срущие вам на голову, там, пролетающие птицы, это не ужасно, это просто часть животного мира, это там часть каких-то обстоятельств, да, не нужно относиться к этому так эмоционально остро, надо просто уметь отмахиваться от бананов, надо уметь с ними шутить, надо где-то надо дать обезьяне по башке, блядь, потому что одной обезьяне по башке дашь, другим неповадно будет, вот, где-то надо проявить страдания и милосердие в какой-то степени, помогать этим животным. Да, иногда макаки, озлобленные, которые вас какашками кидали, со временем станут вашими помощниками, вашими друзьями. Поэтому, я не знаю, наверное, не всем понятна эта метафора, да, с животными, с джунглями. Но надеюсь, что кому-то она понятна, и тем, кому она понятна, те получили.